Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Песня про налоговую службу, про бизнесменов и депутатов. Вот Путин подчеркнул, что не существует, недавно поздравлял налоговую и подчеркнул такое, что нету песен про налоговую. Но я решил этот пробел заполнить, ну так сказать, веселенькой, так сказать, скромненькой песней. Ну, примерно так. Для меня ничего в моем творчестве невозможного нет. Могу писать про любовь, что угодно и как угодно. Ну, то есть, пользуясь таким, значит, такими способностями, я и решил, так сказать, услужить, подсобить таковой службе инспекции, как налоговая. Ну, хотя бы парочкой слов. А значит, уже появилась песня о налоговой. Что снится бизнесменам налоговая служба, как приходит к ним однажды делегация оттуда, взымает все бумаги доходов и расходов, и просыпаясь в поте, подскакивает вроде, вот приснится же такое, ёлы-палы, и мокрою подушка даже стала. Вот приснится же такое, ёлы-палы, ведь говорили, уплати из пенормала. И зачастую снится налоговая служба, и даже депутатам какая ни складуха, они попали тоже в сей ран, как ни печально, приходится задуматься, нигде покою, главное, вот приснится же такое, ёлы-палы, и мокрою подушка даже стала. Вот приснится же такое, ёлы-палы, ведь говорили, уплати из пенормала. Что снится бизнесменам налоговая служба, как приходит к ним однажды делегация оттуда, взымает все бумаги доходов и расходов, и просыпаясь в поте, подскакивает вроде, вот приснится же такое, ёлы-палы, и мокрою подушка даже стала. Вот приснится же такое, ёлы-палы, ведь говорили, уплати из пенормала. Вот приснится же такое, ёлы-палы, и мокрою подушка даже стала. Вот приснится же такое, ёлы-палы, ведь говорили, уплати из пенормала. Спасибо.